Эннио Морриконе. Фрагменты из музыки к кинофильму «Однажды на Диком Западе». Малинелли. Четыре картины из Нью-Йорка для саксофона, фортепиано и струнных. Солисты, лауреаты международных конкурсов: Федерико Мандельчи, Италия, саксофон, Бассини Шульман, фортепиано. Призрачный восход, танго фри, сентиментальный вечер, вечер в Нью-Йорке. Дирижер, главный дирижер оркестра, заслуженный артист России Константин Аргелян, США. Хоть пару минут.
пару слов сказать об этих произведениях, как написали эти произведения. Дамы и господа. Вот, да, дамы и господа. Это произведение написано для саксофона и оркестра, естественно, и пользуется тремя разными саксофонами. Сопрано, альто, тенор. Понятно. The composer. Композитор. He imagined to spend one day in New York. Он, значит, это произведение, значит, там утро, день, вечер, ночь и так далее, значит, это один день в жизни Нью-Йорка. And the first movement is a первая kind часть, of introduction. Это вступление. You can see a kind of sunrise. Это восход солнца. Yeah. With the music going up and down. Восход солнца, и ну как бы понятно. And the second американскую музыку в Нью-Йорке, потому что очень много латино стало. The third movement is jazz ballad. Третья часть jazz ballad. This is a kind of end of the day in a nightclub. Вечер в нью-йоркском клубе. And the last movement is very, very late in the day. Is the end of the day in Broadway. Конец дня на Бродвее. With the music shows a lot of lights, green. Много жизни, света, энергии. Да, и тоже все написано в стиле Леонардо Бернстайна. Он большой кумир. И, естественно, увертюра тоже была в стиле Леонардо Бернстайна. Он посвящает этот проект. Спасибо. Самый хитрый.